самостоятельные билды, например, на том топовой клавиатуре. Или чем и типа того. Да, вот у меня, блядь, последний бан был за то, что на топовой клавиатуре, на Logitech G710, у меня, блядь, у меня макросы стояли. Ой, блядь. Пизда, блядь, зайка. Сюрприз. С кабаньей башкой. Ой, руин, ну конечно. И ты явно сейчас бегал тотем чекал. Стопудово она здесь бегала, тотем чекала. Блядь, отвечаю. Господи, а ты умеет за это маны играть, а? О, господи. Чего? Дура, что ли? Она ушла куда-то в невидимую сторону, хотя я стоял просто у окна. Там уж Trail of the Hunt. И он на тотем пошел. А, тут ясно. Ты знаешь. Бегает всю карту чекает, блядь. Непонятно зачем. Ладно, я пойду попробую руинить снова. Тут нету. Да. Trail of the Hunt нет 100%. Окей. Ты что ли руин нашел? Нет, я нашел пустой тотем. А. У него нет замедления. У нас тут часто ходит, не так, не где-то тут ровно. Вполне, вполне. Нет, это тоже пустой, блядь. Но во избежание всяких наедов я все-таки его прокну, блядь. Ну нахуй. Рисковать. Я помню, когда, блядь, у мана был наед, но он тупо не активировался. Блять, три тотема нашел, все пустые, сука. Нет, здесь не ищи, здесь нет. Окей. Здесь точно нет, за дирижаблем. Я все три тотема там поломал. Не знаю, проще, блять, под руином нахуй чинить. А кстати, я лачугу не чекал. Почекай. Как обычно, короче, ничего нет. Пусть. Я думал, сложнее всего найти тотем на этом. На гнилом болоте. Кажется, я ошибался. Что-то не подсказывает, что она рядом с тотемом, блядь, висит. Блять, да где же он, сука? Да уже все, оббегаю по третьему разу. Такая же хуйня. Блять. Короче, надо чинить, наверное, блять уже. Блять, ну почему ты так-то поднимаешь ее, сука?
Она слишком. Она тут слишком часто ходит. Не знаю почему. Очень часто тут ходит. 5 секунд она сюда побегает. Я руин нашел! Попробуй сломать. Все, я ломаю. Да, она реально рядом с ним постоянно. Руин переагрился на себя. Смотри, он это ли? Не, в чем? Ребята время не теряют. Ну да. Все-таки 2 генератора с руином — это неплохо. Хорошем месте начинаю. Давай к лачуге ближе, там около центра генератора. Я его на 60% уже заделал. Надо его чинить, он центральный. Надо оставлять регенератор на далеком расстоянии. И у нас как раз такая ситуация получается сейчас. Там есть один с краю. Ну там сейчас... не его не делали. Да. Его я про. И это я его прохнул, ёпта. Я всегда мимо генераторов прохожу, крупицу делаю, чтобы он шуметь начинал. Ой! Ладно, побежали. Я зовут. Там. Палеты. Где они есть у нас? Да, по-моему, только в той части куда-то побежал и остались. Конечно. Бля, все чинят нахуй. Я, да. Я... Меня отбили. Сейчас еще не прибежит. Все, мы заедем. Все. Я у того генератора открыл. Да, я понял, я иду туда. Раненый, но я добегу. После него наеда нет. То... Я добегу 100%. Да, она все равно попасть мне. Наеда нет. А меня не могут похилить. Ха-ха-ха. К
кстати, баг сейчас с хилом. Друг друга похилить не получается. Молодец, да выебывался. Она не так. Чего? Куда она мне вообще принесла? Там крюк перед ней был. Ну ладно, она типа подальше хочет, окей. А чё за баг с хилом? Друг друга нельзя хилить. Логично, исправили одни баги, появились новые. Да они никогда ничего не исправляли, блядь. Ой, пиздец, лагать начало. Ой, как лагать начало. Я вижу. Ой, как лагать начало. Уходим, уходим нахуй отсюда. Вообще, блядь. О, господи. Помогите. О, кстати, люк. О, господи. Да пиздец, блядь, нереально вообще, прикинь, что творит, а? Это репорт, это лаг свич, короче, он врубился. Так, я попробую тебя похилить, у меня получится что-нибудь? Нет, я тебя не могу похилить, у меня... А, нет, могу. Загорался. Ну чё, и бежим в две будки, блядь, один принимает хит, второй в этот момент снимает. Только окей. Так. Сейчас я получу хит, иди снимай. Иди снимай быстрее. Нет, 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 сейчас. Лови хит тогда. Нет. Она умирает. Не умрет. Это так все странно было, она уже типа... Как бы умерла по полоске, а как бы и нет. У тебя часы же, да? Да нет, у меня нет, часов здесь. Чего? Как вы это будет? В смысле, я осколок завязал? Гениально. Мне так нравится обещание, типа, больше вам ничто не может помешать, попасть в скипчек и типа. Прервать действие осколка.